И все, побольше. Под губы жжет, печет, ну такие. Вот здесь вот, да? Да? Ну, там, где чувствительные места, естественно, в груди, да, чувствуется. Все, мы не боимся. Вот он весь, видите, да, он стал такой матовый, как будто пленочкой какой-то покрылся. Уже все дезактивировался. Да, он инактивировался. Мы можем спокойно встать, мы можем спокойно взять там что-то, и все спокойно опять прийти. То есть ни в коем случае не машем ничего, по времени не засекаем, чтобы быстрее-быстрее, не дай бог там что-то, все. Коля безопасный. Да, теперь мы берем ремувер, это то, что у нас облегчает убрать. Видите, что происходит с кислотой, с салицилкой. Добавляем, и теперь вот все аккуратненько это скатываем. Плюс мы еще дополнительно все оргалившие вот этот весь слой, который у нас желательно бы снять, мы его, соответственно, еще и отшелушиваем дополнительно, да. Поэтому на джезнере шелушение там идет совсем, ну, такое мелкое. У кого-то вообще нету шелушения. То есть это все зависит тут еще от состояния кожи. Если гиперкератоз выраженный, соответственно, мы будем видеть, да, шелушение. Все. И теперь мы берем салфеточку. И вот это все, то, что у нас образовалось, все, все убираем просто-напросто, и все. В этой салфетке тоже наночастицы кремнезиума. Для того, чтобы удалить вот это вот все, что имеется. Плюс компоненты увлажняющие и противовоспалительные, успокаивающие. Ну, это все вот экстракторы.